всем подписчикам привет. Сегодня у нас будет строительство теплицы Легенда 3х8 с цельной дверью, с форточкой в торце и двумя форточными блоками на термоприводах. Пока приехали, расположились и приступаем к сборке. Стены, поликарбонат. Сейчас докручиваем крышу, каркас. Будем делать переливы и крыть поликом крышу. У нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда шириной 3, длиной 8 метров. Цельная дверь с одного торца сразу видим. Форточка торцевая с другой стороны, оснащена термоприводами. Также есть два форточных блока на термоприводах. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, покрашена полимеропорошковым способом. Для большей жесткости установлены диагональные усилители. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная, длинная, объемная, прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!